Всем привет, ребята! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Динечка, поздоровайся с своими друзьями! Как ты говоришь? Вы на канале? Baby Go! Сегодня у нас продолжение, мы снимаем третью часть алфавита. И у нас такие буковки. Давай покажем, какие у нас буковки с тобой. Третья строка. N, O, P, R, S, T, U. Но самое главное, помню, что детишками надо сначала учить звуки. Поэтому N, O, P, R, S, T, U. Поэтому, если мы будем называть буквы не как они должны звучать в правилах русского языка, вы на нас не обижаетесь. В первую очередь мы учим произношение. Денечка, давай букву N, НЕ, положим на свое место. Ты хочешь У? Ну давай, найди, где буква У должна лежать. Какого цвета у тебя буква У, кстати? Красная. Где она должна лежать? Подсказываю, третья строчка у нас. Ищи внимательно. Ищи букву У. Так, ну, клади, клади. Супер, одна буква есть у нас. Это буква У. Какую следующую будем искать? П. П, давай, ищи, где буква П у тебя? Клади, молодец. Смотрите, друзья, уже две буквы у нас лежат. Видите, как мы оперативны? Так, давай другую букву Б мы с тобой уже проходили. Как где буква Н должна лежать? Н. Давай, у нас звук Н. Где он должен быть? Так. Так. Н. Не здесь. Это И, правильно. Вот мама тебе подсказывает. Так. Желтого цвета буква Н. Давай, я тебе помогу. Какого цвета, Ди? Желтого. Так, какие еще у нас буквы? Не, буква А мы тоже с тобой проходили. У нас, смотри, остались С, Т, Р, О. Какую-нибудь из них положи. Ну нет у нас буквы А, День, в третьей строчке. Давай какую-нибудь букву найдем. Денис, где буква О должна лежать? Найди букву О. Ну, она похожа на ноль, действительно, друзья. Видите, буква О, она как ноль. Динечка, положи ее на место. Где она должна быть? Так. Я тебе подсказываю. Ну, ноль и О, они очень похожи, действительно. Какого цвета, Денис? Зеленая. Клади на место. Клади. Где? Где должна быть? Ну, давай вернем. Угу. А это П. Ну, а П зачем ты убрал? Мы же с тобой нашли место. У нас еще буква R, T и S. Давай, R, T, S. У тебя уже лежит на месте, Динечка. Давай, какую букву мы следующей будем искать вместо? Это какая буква? R. Клади R. Так, следующая какая буква? Букву Т хочешь? Ну давай С, да, вот и нашел. Клади, какую букву ты хочешь следующую положить? У ты нашел. А голубого цвета Т? Так. Отлично. И последняя буковка у тебя в левой ручке, Динечка. Куда ее надо положить? Между Р и Т. Смотри внимательно. Какого цвета, кстати, Денис? Какого цвета буква С? Какого она цвета у тебя? Какой это цвет? Голубой. Голубой. Ну, это, конечно, синий, но, в принципе, голубой – это оттенок синего. Пудем. Друзья, смотрите, мы разложили третью строчку с буквами N, O, P, R, S, T, U. В следующий раз будет четвертая строка. Ну, а мы с вами надолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Ставьте на пальцы вверх. Подписывайтесь. До новых встреч, друзья. Динечка, помаши своим друзьям. Все посчитал. Молодец. Попрощайся со своими друзьями. С вами был канал Baby Go. До новых встреч. Пока-пока.